Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. В Кирове могут отказаться от точечной застройки. Об этом заявил будущий глава администрации города Илья Шульгин. По его словам, градостроительство – одно из основных направлений, над которым он начнет работать, вступив в новую должность. По мнению Шульгина, важно сохранить историческую часть города и больше не допускать появления портящих облик кирово-градостроительных ошибок в виде домов точечной застройки. Главный переход от точной застройки различных типов и параметров к структурированной застройке позволяет формировать не только единый облик отдельных кварталов и микрорайонов, но и взаимно увязывать между собой соседние кварталы и микрорайоны, обеспечивая тем самым создание единого городского пространства. Первоочередная задача – это повышение комфорта для граждан, повышение качества жизни и создание комфортной городской среды – это вытекающая из вышесказанного задача. Еще одна важная задача, считает Шульгин, – развитие новых территорий, а также тех, которые застроены в данный момент аварийным и ветхим жильем. В работе над обликом города будущий сити-менеджер, по его словам, собирается прислушиваться и к пожеланиям кировчан. Дайджест недвижимости. В ноябре в аренду планируют сдать 32 муниципальных помещения. Годовая арендная плата по ним должна составить порядка 10 миллионов рублей. Департамент муниципальной собственности объявил о проведении 4 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества. Торги пройдут 22, 29 и 30 ноября, сообщает портал iKirov со ссылкой на сайт госзакупок. Участниками аукционов могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Среди объектов нежелательных жилые помещения в Чистых прудах, на Октябрьском проспекте и проспекте Строителей, на улицах Милицейской, Свободы, Карла Либкнехта. Кроме того, на торги выставлено помещение спорткомплекса на Щерсе 75 и другие объекты. Дайджест недвижимости. В следующем году ставки по ипотеке достигнут рекордно низких значений. Такой прогноз дает агентство ипотечного жилищного кредитования. По мнению его экспертов, ставки упадут до 8% годовых. Об этом сообщают Коммерсанты. По итогам 2017 года более миллиона семей улучшат свои жилищные условия с помощью ипотеки, подсчитали в организации. В будущем объем кредитования увеличится почти вдвое, если ставка продолжит снижение. По словам экспертов АИЖК, прогноз основан на тенденции, которые наблюдаются в последнее время. Если в прошлом году ставки составляли примерно 12-14%, сейчас их минимальное значение 10,5% годовых. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.